Добрый день, меня зовут Адриен Штедлер. Мы с мужем и тремя детьми живем в кантоне Берн и разводим коров эволенской породы. Я изучала биологию, потом мы занялись сельским хозяйством. И затем решили принять участие в проекте фонда «Pro Specie Rara» по сохранению этих уникальных животных. Сейчас у нас в общей сложности есть 20 коров этой породы, из них 7 дойные. Коровы для нас не основное занятие. У мужа обычная работа на полную ставку, а животноводство обеспечивает нас дополнительным доходом. Хотя работать приходится очень много. Без определенного энтузиазма и доли идеализма тут не обойтись никак. Окрас коровы породы Эволен либо вот такой рыжий, либо обычный черно-белый. Другой типичный их признак – белое, похожее на звездочку, пятно на лбу, а также белые копыта и живот. У большинства животных этой породы есть рога, и габариты у них по сравнению с обычными коровами куда более скромные. Но при этом они отличаются крепким здоровьем и прекрасными надоями. Главное преимущество породы – ее долгая история, в ходе которой коровы идеально приспособились к горным условиям. Исчезновение этой породы было бы огромной потерей для Швейцарии. Эволенские коровы – это действительно уникальные животные, и мы очень рады, что можем внести свой вклад в их сохранение.